Так, чуваки, всем привет! Сейчас я нахожусь на Киевском вокзале, и спустя парочку кадров вы увидите, как я буду заходить в поезд и отправляться в Петербург. Ну что, чуваки, все. Поезд Москва-Питер отправился. И это значит, что я ложусь спать и в следующем кадре встретимся с вами уже в Санкт-Петербурге. Это про Штамп-Атаман. Дорогие друзья, мы в северной столице. Случилось грандиозное событие. 52. 52. Доброе питерское утро, дорогие друзья. Питер встречает в праздничный день не праздничной погодой, но я думаю, нормально для Питера. Дождик, снежок, называйте как хотите, но погода на самом деле прикольная. Не скажу, что плохая. Прямо сейчас пойдем завтракать. Ну, размеры реально большие, то есть завтрак чемпиона. Так, дорогие друзья, торговый центр «Вилла». И ориентиром, чтобы добраться в наш магазин, будет магазин «Спортмастер» на первом этаже. Вам нужно вот сюда. Отряхаем ножки. Проходим к лифту. Вызываем его. И поднимаемся на третий этаж. Вода – это лучшее, что создано для человечества, потому что она лучше всего работает для утоления жажды. Так, выходим из лифта. Вот сюда. Так, скейт-парк «Легенда» сразу попадается нам в глаза. Двигаем туда. И вот он, наш новый магазин HellRise в Санкт-Петербурге. Так, наш лотерея открывается, ты прям вообще как... Еще один шестик наш тотемовский. Спасибо. Парафинчик. Ребят, передайте привет. Чё? Самокатил! Самокатил! Спасибо вам! Что ты скажешь насчет всего этого? Это круто! Достоин самокат, только я достойного! Только я был достойным! Это 60 парк. Лифт на пол.
Парень, поехал, поддерживай, пошли! Большой влог из Питера у нас получился. Я очень рад, что наш магазин Hell Ride расширяется, и это безумно приятно для меня. Если вы хотите еще больше влогов со мной, например, там влог со снежным самокатом, может быть, то обязательно пишите об этом в комментарии. Вот, я посмотрю на вас, на ваши реакции, и сразу же сниму для вас новый влог.